А вы любите приглашать друзей? Я люблю приглашать друзей, но пока еще не приглашал. Мы сыграли уже три спектакля, я пока не... А вот разные отношения бывают у людей вашего цеха к тому, чтобы приглашать родственников, близких вообще, потому что... Ну, не всегда люди могут сказать, что они действительно думают про спектакль. То есть вот разные отношения. У вас какое? Вы приглашаете Я приглашаю. Более того, 28-го числа я пригласил жену. Так. Но родителей пока еще не готов пригласить, потому что тут они могут всегда сказать, что думают. Ну, папа у вас должен быть строгим критиком. Да, и папа у меня, наверное, один из самых строгих критиков, действительно. И поэтому приглашать его на ненаигранный спектакль я пока не готов. Я хочу, как говорится, тесто замесить как следует, для того, чтобы уже пирожки хорошие были, чтобы поднялось оно. И пригласить уже на то, когда я пойму, что я внутри спектакля хорош для себя, мне удобно, комфортно, я знаю... что когда делаю, не думаю об этом, тогда уже можно приглашать папу. Хорошо. Вы в двух-трех словах про папу расскажите. Ну, если папа... есть кто-то из зрителей, кто не в материале, что он был в материале. Да? Наверняка многие скажут, а кто это, включая телевизор вообще, в принципе. Ну, может, не многие. У меня папа кинорежиссер, и по профессии театральный режиссер, и второй уже кинорежиссер, Александр Боголюбов. Снял хорошие, на мой взгляд, работы, которыми я горжусь. Начиная от мультяшек про Незнайка, Волшебника Изумрудного города. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».